14-й международный авиационно-космический салон, проходивший в период с 27 августа по 1 сентября, завершил свою работу. МАКС-2019 собрал 827 экспонентов из 33 стран мира, включая 184 зарубежных компаний. Лидеры российской авиационной и космической отраслей, крупнейшие мировые производители, представили свою продукцию и разработки. В дни работы выставки было проведено около 90 конференций, семинаров, круглых столов, стратегических сессий, участниками которых стали свыше 2000 специалистов. Салон в 2019 году вызвал рекордно высокий интерес со стороны профессионалов и любителей авиации. Общее число посетителей мероприятия превысило 578 тысяч человек.